Всем привет! Сегодня на просторах интернета, как и обычно, я наткнулся на очень интересную игру. А самое главное, кто не somebody, я не виноват. Как вообще можно такие игры делать? Короче, сегодня мы будем играть в 5 ночей со Шреком. По-моему, в этой игре идеально все. Я только заставку увидел, мне уже захотелось поиграть. Опа! Вот это нежданчик. Ну, на самом деле, я походу пришел на собеседование к Шреку. Чё тебе от меня надо, зеленый? Нет, погоди, я к тебе пока не хочу. Давайте поковыряемся по дверям. Нельзя? От меня все закрыли? Так, а ты... Ты за мной палишь, да? А ты чё такой внимательный? Слушай, да у тебя одно ухо больше другого. У тебя какие-то проблемы. О, здорово, добро пожаловать в Шрековский отель. Могу тебе помочь? Так, это как меня жизнь так занесла, что мне пришлось пойти в Шрековский отель. А, могу я найти себе комнату на 5 ночей, пожалуйста? Да, конечно, у нас есть пустая комната на втором этаже. А чё я тебе на слово должен верить? До меня никто домогаться не будет по ночам, не? О, какая улыбка. Слушай, я тебе не доверяю что-то. Какое-то странное подозрительное чувство. Я, видимо, единственный, кто пришел к нему за несколько лет сюда. Он буквально съедает меня своими глазами. Так, ну допустим, и какая из этих дверей ведет меня на лестницу? Дай угадаю, вот это вот. Ага. А. Неприятная ситуация. Страшная, я бы сказал. Открыть ее обратно можно? Ага, тут уже темно. А, нет, светло. Ты что дверь за мной закрываешь? Да ты что такой криповый, ну-ка не смотри на меня. Ну нифига ты, конечно, как можешь, ты голову на 360 вертишь? Хорош плечо нюхать, ну-ка давай. Ладно, пойдемте. Есть какие-то двери? А, да, я угадал, это лестница. На втором этаже, значит, говоришь, да? Это тут получается. Я вроде пока что считать еще умею. Так, ну тут много комнат. Тут закрыто, то есть ты хочешь сказать, что здесь кто-то живет? А это что за тайная комната здесь от меня? Розовая комната, видимо, девочка. Так, это моя комната. Выглядит как тюряга. Мне нравится. И я могу лечь спать. Да куда так торопишься-то? Подожди. Че, серьезно, что ли? Не, мне хана здесь. Ладно, давайте ложиться спать. Мне нужно пойти в туалет перед тем, как спать. Здравая мысль. Пойдемте отложим что-нибудь перед этим. А, так это туалет. Точно. Что-то я... Нет, это не туалет, ладно. Так, ну явно не здесь... Че? У вас лестница просачивается сквозь стену. А стоп, подожди, здесь нет лестницы. Это типа... А, ладно. Ты тут? Ну и хорошо. Дядь, где туалет? А, excuse me, простите, пожалуйста, мадемуазель. Где здесь туалет? А, это туалет. Это дверь на твою левую сторону. Вот это что ли? Да ты прикалываешься. Ага. А почему туалет больше, чем моя комната? Нет, вы только посмотрите на этот трон. О, садишься здесь как царь. Еще можно в шахматы на полу сыграть заодно. Все? Опа. Неожиданно. Я надеюсь, он пошел спать. Или пошел в мою комнату ждать меня. А тогда все нормально. Ты тут что ли? Поджидаешь меня где-то за углом, да? Опа, она. Чё он покраснел уж? А, я его засмущал. Ну не смущайся, не надо. Я больше не буду. Я, конечно, понимаю, что я очень такой, да. Обаятельный человек. Ты типа здесь живешь, что ли? Не пускаешь. Ладно, придется идти сюда. В свою комнату. Ты в моей комнате уже, да? На кровати? То есть мы идем спать. А, мы увидели что-то страшное, идем спать. Вы проспали здесь 4 часа, но, к сожалению, проснулись, потому что вы услышали какие-то странные звуки. О, я точно так же сплю. Чё там? Это мыши? А, чё, какого чёрта, дверь закрыта? Угу. Так, ну чё, страшилка началась, получается. Но в свою комнату я всегда могу зайти. И никто меня здесь не напугает. Ты не на крыше надеюсь? Открылась дверь Шрековская. Хм. То есть получается, ты здесь все-таки спишь? Ты спишь стоя? Ладно, давайте зайдем. Ничего страшного. Excuse me, мужчина. Мудак! Вы сдохли. Но зато прошли игру. Спасибо за игру. Нет, что-то это на somebody не похоже. Мне не понравилось.